Жизнь, господа, полна сюрпризов. Скончался наш генеральный так просто, прямо на рабочем месте, на бильярде. Сотрудники говорят, надо как-то вдову известить, переживают. Я говорю, успокойтесь, я как-никак психолог компании. Сделаю деликатно. Пришел к супруге покойного, так знаете, ненавязчиво. Аккуратно делаю психологическую подготовку. Спрашиваю, мадам, здесь празднуют большое горе. Вдова говорит, у нас нет никакого горя. Я отвечаю, у вас и нет горя. Мужики, заноси. Вдова так с недоверием окинула взором бывшего супруга. Спрашивает, он точно усопнул? Я говорю, ну не материться же, как видите. Она скорее на кладбище звонить, а ей говорят, вам повезло, ваш муж умер вовремя, а то с первого числа гробы подорожают. Плюс у нас имеются скидки, если умерло 9 родственников, 10-го хороним бесплатно. Вдова говорит, нет, насчет денег я не поскуплюсь. Муж был большим человеком, я бы даже сказала, огромным. Поэтому похороны по высшему разряду. Гроб попрочнее, гвозди подлиннее, ямку поглубже, оградку повыше. Чтоб его никто не беспокоил. Младший сын забежал проститься. Прощай, говорит батя. Фиг ты меня больше увидишь. Мобильник не отключай, я тебе позвоню, когда деньги кончатся. Первая жена покойного заявилась и говорит последней, ну, позволь разделить твое горе. И начали делить. Я их психологически успокаиваю. Милые дамы, не грызитесь. Шеф оставил только долги, на всех хватит. Вдова повязала траурную черную мини-юбку. Начали выносить нашего бегемота. И тут навстречу на лестнице свадьба. Ну, кто кого должен пропускать? Прошли друг через друга. Вышли на улицу, нет покойного. Зато есть жених. Ну, перепутались, оба же в черном. На свадьбе волнуются, жених не танцует, лежит головой в тарелке. Теща возмущается, никак не наестся, что ли? Какой прожорливый зять. И когда он успел в тапки переобуться? На похоронах тем более волнуется. Покойник в гробу закурил и на несущих пепел стряхивает. Он вообще сел, ножки свесил и говорит, сами под зонтами меня даже крышкой не накрыть. Спрыгнул, на свадьбу побежал. А без виновника торжества, сами понимаете, какие похороны. Кинулись за ним на свадьбу, а там их уже двое. Еле нашли своего по тапкам. Бабушка невеста его на белый танец пригласила. Вдова увидела и говорит, вот гад, даже после смерти изменяет. Ну, слава богу, пришли на кладбище. Мне, как психологу, дают первое слово. Но помните предупреждать о покойном либо хорошо, либо ничего. Я говорю, хорошо? Ничего? Как ничего? Несколько слов, пожалуйста. Я говорю, хорошо. Ну, что хорошо? Хорошо, что наш генеральный сам умер. А то его кто-нибудь убил бы. А какой он был заботливый руководитель. Все, да. Отпуск у него, когда захочешь. И кто ты из толпы, хрен получишь. Бухгалтерша меня поддержала. Говорит, аккуратный был. Аккуратный был. Зарплата всегда в конверте, всегда в конверте, всегда в конверте. За каждое письмо месяц плясать. А бывало и такое. Открой, сотрудник, конверт зарплаты, а там написано, перепиши это письмо 200 раз, а тебе будет часть. Вдова эстафету перехватила. Он был примерным семьянином. У него было примерно 8 семей. А какой он был щедрый. Завещал мне целую Ауди. О, кассету. Водителя толкнули, говорит, скажи что-нибудь. Ты же с ним все время ездил. Ну, скажи что-нибудь. Водитель говорит, уважительный был человек. Да, меня называл только по имени, отчеству. Водила Дебилыч. Заместитель взял слово. Да он никогда пьяным на работу не приходил, его приносили.
самая первая жена покойного, чтобы как-то скрасить напряжение, пустила вперед свою маленькую внучку. Та спела песенку в память дедушки. «Наш деда выдал номер, жил-жил себе и помер». Секретарша сказала, у него были необыкновенные глаза. Говорят, что у всех людей глаза – это зеркало души, а его глаза – зеркало заднего вида. Вдова сказала, хватит, дайте я брошу горсть земли. И подзывает экскаватор. Менеджер по рекламе говорит, так, стоп, фотография на память, откройте ему глаза. Кому? Покойному? Нет, спящему фотографу. Завхоз сказал, есть предложение забить крышку. Кто за? Все за? И вдруг голос, я против. Смотрю, покойный из гроба поднимается. Все вздрогнули, ахнули. Я подхожу, говорю, шеф, а что это за самодеятельность? Вы же приказали нам долго жить. Он говорит, а я нарочно притворился. Я теперь с женой разведусь, всех с работы уволю. А тебя мне, говорит, псих-олух, прямо здесь закопаю. И тут, на мое счастье, подходит к шефу третий сын средней жены от пятого брака. И говорит, пахан, позвольте вытащить из уха у вас мой окурок. И тут наш бегемот заплакал. Впервые за свою толстокожую жизнь. И так мне, знаете ли, жалко стало себя. А вдруг и меня тоже никто на этом белом свете не любит.